Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И сегодня мы находимся с Марией на рыбалке. Здесь, за полярным кругом. Вчера мы вечером приехали. Буквально уже смеркалось. Ну, успели поставить палатку, нашли глубину. Лед более-менее тонкий. Но это об этом мы позже. Вот. За утро мы размяться решили. Вот, маленечко надубасили. Вот такие вот, один окушок у нас вот такой вот. Тут 7 метров глубина. Вот. Ну, хороший такой конь. Вот здесь вот вообще батоны лежат, вот, как говорится, вот. Не стыдно, как говорится, показать даже такую рыбу. Вот. Ну, этот вообще, вот, я не знаю, сорога вот. Прям как с Володькой последней нашей рыбалки. Вот, правда, мы там ловили густеру, получается. Здесь вот Мария Васильевна у нас остается здесь в палатке рыбачить. А я сейчас поеду за нашим гостем, друзья. Его зовут Митыпов Чингис. И он сейчас должен прилететь. Он должен был прилететь вчера, но самолет задержался. И поэтому он прилетает сегодня. Вот. Я его еду встречать. Так, поехали. Ну вот, друзья, с утра у нас вот такая вот погода. Дует вот такой вот ветер. Вот так мы сидим. Я закрываю дополнительно тентом, чтобы тепло сохранить. Вон там уже люди приехали. Вон там вон палатка стоит. Привет. Привет, привет. Ну вот, друзья, прилетел Чингис Дашанимаевич. Да. Добро пожаловать на нашу жиганскую землю, на север. И сейчас, друзья, мы берем его багаж и отправляемся уже на рыбалку. Все отлично. Как долетели? Отлично. Отлично. Вчера была задержка была, да? Ну и задержка по погодным условиям. Да. Да, друзья, вчера была небольшая задержка, поэтому мы вчера решили сами поехать. В общем, поставили палатку, зато сейчас приедет уже на готовенькое. Потом достала фонарик налобный. Ага. И там смотрю, ее рыба поперек стоит, короче. Ага. Я начала этот момент вылавливать, когда мордочка будет видна. Ага. Отсюда, вот, сбоку. Ага. Вот. Потом? И потом, ага, о, когда она начала вилять, ага, в этот момент я такая, ай, так. А там такой рот, не рот, а пасть, не знаю, как это называется. Я такая в панике достаю. Ага. Этот бугорик этот. Ага. Бугориком вытащила, да? Ага. Красотка. Вытянула. Ну вот, друзья, вот такая вот у нас история от Марии. Она записала этот сюжет, думаю. Мы обязательно посмотрим. Вот. Чингис в шоке, да? Приехал только. Сразу в шоке. Вот рыбку наловили за утро. В жизни не видел, наверное. Да? На рынках видел, но они, по-моему, то меньше были. Есть, ага. Вот, за утро, вот, смотри, вот. Тазик наловили, вот. Видишь, какая сорога. Достойная сорога. Такая вот. Добро пожаловать. Вот, сейчас мы разложимся, вещи затащим, вот, и начнем уже рыбачить тут. Так вот.
Господи, что это? Я не знаю, как это вытащить. Это что такое? Господи! Почему славы нет? Паника! Как вытаскивать такую большую рыбу? Слава сказал, что леска не порвется, даже если возьмет крокодил, аллигатор. Так что я не знаю, как вытаскивать. Господи! Ужас! Что делать? Как быть? Как быть? Не хочет. В жизни не пробовала я такую штуку. Я вообще не знаю, как работает эта штука. Может, я оставлю? Слава приедет через полтора часа и сам вытащит. Может, так сделать? Я не знаю. Его, я вообще не вижу там рыбу. Где-то там. У него, кстати, где-то был этот же. А, вот же. Если что, да? Господи. Очень большая рыба, кажется. И очень сильная. Я не разбираюсь, конечно. Но очень хочется поднять, увидеть, посмотреть. О! Как поднять? Кажется, он встал поперек. Под льдом. Вообще не вижу. Рыбы не видно там. Уходит, кто приходит. Все не вижу. Или там может это. Голова не влезает. Как? Что делать? Помогите! Что делать? Ничего не видно там.
без понятия, как поднять эту рыбу. Не знаю. Очень сильная. Мамочки! Никого не видно там. Ничего не вижу. Сидела спокойно, расчесывала себе волосы. И тут штука вот эта. Флажок как встал. Я такая... Все-таки может оставить. А если оставлю, он уплывет, да? Почему он? Она рыба. Она... Иначе я не могу. Это не она, это он точно. Уже сильно не сопротивляется. Просто уровень воды так поднимается, снижается, поднимается, снижается, и все. И больше ничего не вижу. Ничего не видно. Абсолютно ничего. Мне кажется, тут этот... Чуть-чуть отпущу. Рыба может встать поперек, да? Тащит, тащит. Господи. Мамочки, это что? Не вижу ничего. Что делать? Помогите! Так, почему ничего не видно? Где-то у меня был фонарик. С фонариком интересно, будет видно, нет? Сейчас я схожу к фонарику тогда. Где мой фонарик?
Ай, где-то там. Где-то там. В общем, мне нужен фонарик. Я ничего не вижу. Это что? Это ультрафиолет. Ультрафиолет я не смогу еще. Непонятно, как поднять. Голова не помещается. Тут толщина льда 1,5 метра. Как мне достать щуку эту большую? Я не знаю, как достать. Помогите. Помогите. Чуть-чуть отпущу. Это огромная щука. В жизни не видела таких больших рыб. Давай, как-то так надо, чтобы... О, господи. В жизни не видела реально таких больших. Мне надо, чтобы голова как стоит вот так. Надо, чтобы он чуть-чуть хотя бы голову так, носик поднял. Какой еще носик? Носище. Эти волосы мешают мне. Просто стоит поперек. Как заставить двигаться? Вот рыбу проглотил? Проглотил. Не знаю, как заставить двигаться. Вижу вот бок, вижу бок. И все. Она огромная. Огромная просто. Не знаю. Я не знаю, тут сколько килограммов.
Я в шоке. Я просто в шоке. Да у нее голова больше, чем у меня. Победный танец. Господи. Господи. Я вся дрожу. Не знаю, как реагировать. Почему никого нету? Все. Я победила. Ой, я не знаю, как достать этот багорик. Да ладно. Ой, смотрите, какую рыбу я взяла. Я не знаю. Я не знаю. Камера не передает всей этой красоты. Господи. Голова больше, чем у меня. Вот это туша, да? Я не знаю. Метровая щука, по-моему. Метр точно есть. О, у меня просто сердце ужасно колотится. Это моя рука. Вот. Маленькая ручка. Поднимают и показывают свой трофей, а я просто не смогу поднять. Слишком большая рыба. Не знаю. Аж страшно. Когда же приедет этот человек? Как тут надо закручивать? Жарко тут, жарко. Жара. Правильно ли я закрутила, неправильно, не знаю. Сейчас достану крючок. Главное, чтобы не залезть. Где-то здесь Слава оставил штуку такую, как хирургические щипцы. Вот. Сейчас попробуем достать. Свой первый улов.
господи, не так-то уж и просто, оказывается, достать крючок. Баянаю, что показал такую красоту. Все, закрою. Чтобы рыба не убежала. А то боюсь, скользнет. Мы не знаем. Я просто тупо не смогу поднять такую большую рыбу. Очень хочется показать свой первый трофей. О, господи, нет, носик рвется. Нос рвется. Как поднять-то? Отсюда. Я не знаю, хочу записать свои первые эмоции, запомнить этот день, потому что впервые я поймала такую большую рыбу. В жизни не думала, что когда-нибудь у меня будет такой улов высотой. Я ростом 1,5 метра с кепкой, рыба чуть не сюда достает. Точно метр 10, короче. Все, на сегодня я рыбачить не буду. В общем, буду. Не на сегодня. Сейчас я рыбачить не буду. Я буду тут готовить рыбу. Чистить. К приезду в гости я должна была приготовить рыбу. А тут это все планы рухнули, как только этот флажок встал. Надо, наверное, как-то почистить, да? Ужасно же. Тряпочкой проту. Когда Слава приедет, взвесим. У него есть, наверное, весы. Максимум большая рыба, которую я ловила, это 2 килограмма, наверное, под городом. Щука маленькая. Как-то раз поймала. Это было давно, 7-8 года тому назад, наверное. Интересно, сколько котлеток выйдет отсюда? Много. Скорее всего, много. Ладно. Это блин. Ужасная картина тут. Все в крови тут. Страшно. Прям вот. Ладно. Готовить, жарить рыбу. Фух.